Судебные приставы арестовали имущество придорожного кафе в Калачинском районе Омской области. Владелица бизнеса задолжала своему знакомому более 1 000 000 рублей. Мужчина обратился в суд. Суд постановил деньги вернуть. Предпринимательница, установленный законом срок, этого не сделала. Поэтому приставы пошли на принудительные меры. В итоге из кафе уехала почти вся мебель и бытовая техника. Судебным приставом исполнителем применены меры принудительного исполнения, в частности, наложение ареста на имущество должника, находящегося в придорожном кафе и принадлежащее самому индивидуальному предпринимателю на праве собственности. Кто пытался помешать исполнить решение суда, почему арест имущества возможен без присутствия должника, об этом и не только смотрите в программе «Жесть». Она выходит по будням в 18:50 и в 19:50.